Переход дороги на зеленый – не гарантия безопасности. В субботу днем на проспекте Текстильщиков произошло серьезное ДТП. Автобус марки «ПАЗ», на тот момент не перевозивший пассажиров, не остановился на запрещающий сигнал светофора и сбил двоих пешеходов – девушку 91-го года рождения и 80-летнюю женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка 91-го года рождения с травмами головы и переломом бедра была госпитализирована, и женщина 36-го года рождения также с травмой головы, это открытая черепно-мозговая травма, и переломом правой ключицы была также госпитализирована. Водитель автобуса был трезв. Как мужчина пояснил полицейским, остановить машину он не смог. У автобуса отказали тормоза. Сейчас эту версию проверяют.